Так, ребята, в гостях у нас тараканчик. Смотрите, какая проблема. Слышите шум? Шумят подшипники. Почему? Подшипники, потому что полуось мы отключили. Полуось мы убрали, видите, мы убрали хаб. И смотрите, что здесь видно. Вода. Вот если вы увидите, это вода. Капли воды. Разбираем. Так, ребята, сняли суппорт, чтобы не мешал. Подожди. О, вообще слышно, а? Я хотел каплю воды показать. Вон видно, прямо она там внутри сочится. Видишь? Да, вода попала. Ездили по лужам, преодолевали брод. Вот так, оставь, не крути, сейчас тут капля соберется. Все, подшипником аминь. Все, заказываем подшипники, сальник. И, наверное, игольчатый подшипник маленький, который на полуоси, тоже заменим сразу. Все, погнали. Снимаем гайку. Так, вон, ребята, смотрите. Вот, капля воды. Это вода. Сейчас видно хорошо. Да. Все, выдергивай. Подшипник аккуратно сейчас выпадет. Подшипник. Чуть-чуть на себя и хватай подшипник. Так, подшипник. Вот, смотрите, вода. Сейчас. О, капля воды. О. Это все вода, да. Все. Переворачиваем. Видите, ржавчина, да, сальник умер, сальник вот этот мертвый. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас протрем, вон, кстати, приподними этот салах, тарелку, вон, вода прямо течет. Мы сейчас все вытрем, смажем новым солидолом, и под заказ у нас, закажем подшипники, сейчас нету, и поменяем потом. Протираем пока что. Смажем заново. Вот что происходит, когда попадает туда вода. Вот. Вот этот уже, да. Вот этот больше пострадал, конечно, подшипник. Так, сейчас попробуем достать аккуратно сальник. Что пока нового нет. О, пошел, пошел. О, отлично. Сальник под замену. Все ржавое. Ай, тут вообще, смотри. Смотрите, чистая вода. Не знаю, как посветить, но ямки уже есть маленькие. Все, под замену. Протирай, загрязим сейчас и заказываем новые. Так, здесь мы все вытерли насухо. Так, этот подшипник. Сейчас будем мыть, да. Сейчас возьмем соляру и вымоем подшипники. Ребята, льем соляру, вымываем. Смотрите, какого цвета соляра. Ржавая. Смотрите, ребята, сколько грязи. Это все. Это земля. То, что ныряла машина. Вот. Так вот. Продуваем подшипник, чтобы видеть все, сколько можно. Все, набивай. Смотрите, собираем пока старое. Смотрите, сальник старый. Рукой поставил. Все. Так, помазали. Все. Поджал чуть-чуть. Ну, могу все равно сейчас. Крутани. Все равно чем. Ну, теперь он без воды. Понятно, что он будет шуметь. Все, ему аминь. Как я говорил, подшипник, сальник под... Оба подшипника и сальник под замену. Просто сейчас нету. Мы слили
почистили, набили новый солидол. День-два придут подшипники, мы все поменяем. Суппорт ставим на место, два болта на 17. Настроили подшипник, выставили, чтобы... Все, повторяю, все временно. Как только приедет, сразу сделаем. Все заснимем, покажем. По болтам. Закрывай. Крутни сейчас колесо. Шум остался. Ну это понятно, подшипник мертвый. Единственное, что, для чего мы это разбирали и делали, чтобы не было хуже за эти пару дней. У нас хотя бы чистый солидол, без воды. Дальше ржавения не будет, коррозии. Просто, чтобы не заклинил по дороге. Машина нужна, чтобы ездить каждый день. Все, до скорой встречи.